20 лет подряд лагерь «Лидер Патриот» встречает ребят из разных уголков Брещины. Как и прежде, в нем своя особая атмосфера. Хорошей традицией стало проведение летних каникул в лесу, на берегу озера Медное в Брестском районе. Здесь и воздух чистый, и вода, и пляж, а главное – лагерь, обустроенный самими активистами. Скучать не приходится. Забота о быте, спортивные игры, развлекательные мероприятия, чего стоит встреча со спасателями. Брестские огнеборцы умеют заинтересовать молодежь. В этом году они продемонстрировали немало показательных выступлений, среди них – спасение на воде. МЧС воспроизвели вполне реальную ситуацию, которая может произойти с купальщиком, а также алгоритм действий МЧСовцев по оказанию помощи пострадавшему вплоть до приезда скорой медицинской помощи. Помимо этого, спасатели рассказали специфики своей деятельности. Для наглядности произвели тушение возгорания. За яркими впечатлениями последовала не менее интересная демонстрация работы специальных инструментов пожарных. Такая информация, подкрепленная практикой, воспринималась детьми с большим интересом. Немаловажной составляющей мероприятия от МЧС стал мастер-класс по оказанию помощи людям в различных нестандартных ситуациях. Сегодня у нас было очень интересное мероприятие. К нам приехала МЧС, показала много спасательных вещей, как нужно оказывать первую помощь человеку. Предоставили манекен, на котором мы попробовали оказать эту первую помощь и узнали много всего интересного. Мы четко понимаем, что все, что мы делаем, это потом нам же возвращается с благодарностью, потому что то, какие знания мы вложим в детей по основам безопасности жизнедеятельности, такого мы получим человека, который будет действовать правильно в любой чрезвычайной ситуации. То, что мы сегодня здесь показываем, это направлено на то, чтобы люди, которые могут за собой кого-то повести, быть где-то лидерами, действительно могли действовать в любой чрезвычайной ситуации быстро, правильно и грамотно. День спасателей в лагере «Лидер Патриот» был наполнен и другими сюрпризами. Ребята поучаствовали в ряде спортивных мероприятий от Брестской областной организационной структуры ПФСО «Динамо». Попробовали силы в эстафете и стрельбе. Начиная с сегодняшнего мероприятия, мы начинаем идти по Брестской области с флагами «Динамо», участвовать вот в этих мероприятиях спортивных. Прекрасно, что в этих спортивных мероприятиях участвуют столько организаций. Мы с этими организациями давно сотрудничаем. Отдел молодежи, облсполкома, МЧС Брестской области, ну, многие организации, которые участвуют, поддерживают это движение «Динамо», естественно, вместе. Гости, представители разных структур, подарили в этот день ребятам массу впечатлений и еще столько же полезной информации, которая особенно актуальна в летний период. С этой целью организаторы лагеря «Лидер Патриот» и готовят каждый год насыщенную программу отдыха. Лагерь «Лидер Патриот» уже проходит 20-й раз. Сегодня, можно сказать, уже такой юбилей. Вот. Здесь собираются лучшие активисты общественных организаций. Это, конечно, БРСМ, БРПО и, конечно же, интерес каждым годом растет, потому что на самом деле программа здесь очень насыщенная, здесь дети проводят и трудовые акции, и, конечно же, с помощью наших всех партнеров, силовых структур, это МЧС, БФСО, Динамо, УВД и 38-й бригады, они проводят, так сказать, профориентационную работу, то есть каждый день здесь проходит какой-то один из дней, то есть сегодня, вот, например, день МЧС и день БФСО, Динамо. Ребята посмотрят, как проводятся профилактические мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности, примут участие в спортивных соревнованиях, примут участие в соревнованиях по полевой стрельбе, и этим самым, то есть, и сами немножко привлекутся к этой работе, и, может быть, в будущем станут работниками или сотрудниками МЧС, либо в СО «Динамо». София Бережная, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».